Можете снимать меня на камеру. Давай. Ну, можно такое. Не это лезьте, будет. Там нормально, недавно поменяли нам. А чего вы переживаете? Я вам акт буду выписывать акт о том, что я вам проверил, вас проверил. Что вы переживаете, я вам понял. Да потому что у нас потому что каждый месяц... Потому что вы пришли со своим этим, каждый раз врываются в жизнь. Я ни в кого не врывался. Не, ну просто... Вы меня не пустите, я бы написал бы акт, это, нарушение вам, чтобы вы не пустили меня. Какое нарушение? Я не обязана вам. Ну, вы счетчик просто поставили, и каждый месяц приезжает кто-то проверяет. Покажите мне акт, если есть акт, я вам посмотрю, что меня мой инспектор проверял, и я уйду отсюда. Ну, у вас же есть видеосъемки всех ваших этих. Ну, вы... Я не начальник, мне на видеосъемки, мне не показывают. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, когда ты... Быстро, Тоня, под градом я уже не могу. Долго он будет проверять? Минут 15-20. Так что такое? Что за проверка? Уходите отсюда! Ну, немедленно! Скажите. Немедленно все, видео оставь, мы направим видео. А у меня вот уже видео, что вы думаете? Так а что это пошли. Такое? Пошли, это уже... Что это такое? Зашли и хотят хорошо, демонтировать все. Все, все, или давай, что? Пошли. Да это нагло, кто так проверяет? Соседи не знают, я уже здесь не знаю.